От южных морей до полярного края раскинулись наши леса и поля. Одна ты на свете, одна ты такая, хранимая Богом, родная земля. Здравствуйте все! Так, шарик у нас. Давайте пишем. Ребят, можно мы сейчас, да? Можно мы пишем. Вот передача за снег. Работаем. Да. Можем, да? Третий пиш, да? Нет. Включил. Можем, да? Ну я понимаю, все. Да, мы работаем сюда. Работаем? Дайте какую-то отмашку, чтобы я понимала. Да, она в камеру будет смотреть, она все знает. Пожалуйста, можно камеру? Работаем! Добрый вечер, это Госдеп-2 с Ксенией Собчак. У нас здесь, на Чистых прудах, у памятника Абая, здесь вы можете видеть десятки журналистов с камерами, фотоаппаратами, которые снимают и фиксируют все события, которые происходят здесь. Прямо сейчас я перемещаюсь в студию, и надеюсь, мы в студийных условиях сможем обсудить ту ситуацию, которая происходит. Ксюха, это я был, извини, пожалуйста, я тебе руки. Все, увидимся. Спасибо вам большое. Мне очень понравилось, как ты пишешь. Боже, все пропало, они идут на Кремль, они прорвали оцепление. Послушно, вы бы выставили 150 бойцов. 150 бойцов, смотри, там вышла группа людей, за ними же не понимали. Но они чьи были? Это были ментовские провокаторы. Ой, ладно. Слушай, они были в масках, их никто не задержал. И поэтому ты их опоздал, а раз они в масках... Хоть одного человека в маске задержали, вот хоть одного. Там был кадр, как человек перед строем ОМОНовцев в Кирилле прыгает, они его выхватывают и тащат. Вот на моих глазах не задержали ни одного человека. У тебя глаза были вот, смотри, у тебя глаза были вот так, правильно? А у меня глаза были вот там, наверху. Мы сами выводили этих людей в черных масках, они возвращались. А чего ж ты не доставил их в милицию ни одного? Ты знаешь, там милиция как-то меня два раза самого чуть не доставила. Ребята, вы не хотите об этом поговорить через час? Да, мы идем. Буквально для французского. Осторожно, не давите. Да, ребят, давайте это просто... Спасибо еще раз. Это символ начала. Отлично выглядите. Какой-то то, что сейчас происходит. Ксения. Где? Здесь ты хочешь?